Друзья, спасибо! Сережа, возвращайтесь к нам еще раз. С удовольствием. Нет, не ко мне, к Вере. Я, в общем-то, не к вам шел. Но, Коля, я уже подошел все-таки. У нас ограничено время, быстрее, Сергей. Вы знаете, я в курсе. Вы не можете быть не ведущим, да, Сергей? Я не могу быть не ведущим, уже прирос вот к этому месту. Поэтому как-то даже ревностно отношусь к то, что я сегодня здесь. Вера, не уйди. Здесь стою. Да, Сереж. Вера, я вы думаю, прекрасны, что... как никогда. И пусть Лера сейчас в зале смотрит и явно, наверное, что-то думает себе. Ощущение, но можно... что я могу пойти в зал посидеть, да. Можете, можете. Я хотел бы вас поцеловать, просто сказать, что я вас очень уважаю и люблю. Боже, давайте, ты начинай, я закончу. Спасибо. Как мне теперь работать? На самом деле, я понимаю, что Сергей уйдет только после бурных, продолжительных аплодисментов. Сергей, спасибо!